И, наконец, девятый дар Святого Духа, дар истолкования языков. Исследователи Писания определяют его как способность интерпретировать или толковать послание кого-то, кто говорит на ином языке. Я хочу отметить здесь, что этот дар, дар толкования языков, дает возможность донести учение вознесенных владык до разных народов. У каждого народа свой уровень эволюции, своя карма и сознание. Каждому человеку на пути требуется определенное, доступное лично ему толкование пути, понимание, чуткость, любовь, утешение. Такой индивидуальный подход нужен каждому, с кем вы будете говорить о Боге. Для некоторых ключом является вдохновение, другим необходимо научное объяснение. Когда вы передаете послание через Святой Дух, вам не нужно беспокоиться о том, что говорить, ибо Святой Дух даст вам необходимые слова. Итак, толкование языков — это не просто толкование сказанного кем-то на другом языке. Это способность обратить душу Святым Духом, ибо вы говорите на языке души. И каждая душа говорит на своем языке, и Святой Дух знает, какие именно слова вложить в ваши уста, а когда вообще следует промолчать. Таково учение о дарах, о получении Святого Духа и о различных духовных движениях, которые я хотела дать вам сегодня. Возможно, многие из вас были удивлены, услышав, что интерес к Святому Духу начал возрождаться с событий 1897 года, а другие события произошли совсем недавно, в 60-е годы 20 века. Такой всплеск интереса связан с приближением эпохи Водолея. А эпоха Водолея — это эпоха Святого Духа и Божественной Матери. Поэтому Бог открывает дверь возможности и делает Святой Дух доступным для тех, кто молился о Нем и просил Его прийти, для тех, кто принял бремя собственной кармы. И мы видим в этом определенную логику и осознаем, что 10 заповедей и Нагорная проповедь — руководство для обретения связи со Святым Духом. Думаю, нам нужна религия в верной форме, доступная для всех, чтобы войти в новый век, золотой век просветления, мира и свободы. Я не думаю, что проблемы, стоящие перед нами сегодня, будут разрешены политиками или интеллектуалами или эмоциональными людьми, не обладающими сильным разумом, сердцем и волей. Нужно молиться о Святом Духе, ибо только присутствие Святого Духа, огромные полномочия, радость и любовь, что несет Святой Дух, могут убедить каждого в верности нашего учения.